здесь снимать совершенно невозможно. Мы по улице Летак пошли до часовни. На этом месте в 3 веке римляне жестоко убили святого Дионисия. Они отрубили ему голову. Теперь на этом месте стоит часовня. Святой Дионисий взял свою голову со своей головой в руках, дошел до того места, где я сегодня была, Патр де Сен-Дени. Далеко он топал. 8 км. Я по карте смотрела.